Я бы прокачал уже 8-й уровень, а так я на сусто сидел, понимаешь? Обидно все равно. Ой, да ладно. Так, ребят, не знаю, какой у нас шанс, без разницы мне это. Значит, ИСУ 3 вот сюда вот, там прототип ИСУ, да, ИСУ 8. Вот сюда вот, ребят, ушли ИСы. Значит, один ИС вот сюда вот, 90-ки. 90-ки быстренько заняли гору. Один 90-ик по центру за свет дал, через центр, через деревню ушел на гору. Т1 ушел в Д1 квадрат. Бегом. У тебя там сетка с трубой стоит? Да, все стоит. Ай, замечательно. Вообще-то ты вообще-то на американском танке, надо отвечать по-американски. Типа, oh, yes, yes, sir. Yes, sir, okay, sir. Кстати, ты мне прицел обещал, помнишь? Дима, потом, Дим. Сейчас рота началась, просто бой идет. Сейчас меня будут убивать, я заору. Да, ой, да, заори. I need help! My Führer, ой, my Commandant, I need help! Так, тяжики, не высовываемся, 90-ик убежал быстренько на гору. Те 90-ки, которые залазят на гору, уже должны быть там. Из третьей аккуратненько стоим вот здесь вот. Т1, продолжаешь движение, Г1 квадрат, занял в кустах место. Приоритет ПТ. 90-е уходим, работаем 90-го на горе. ИСы-3, отрабатываем гору, по видимости. Красава, красава, Винтер. А теперь аккуратненько здесь выцеливаем вот это вот все дерьмо. И начинаем аккуратненько проходить через малую деревню. Но только по уму. Т1 пошел дальше. ИСу. С вальфельтрахелем через центр могут аккуратненько проходить. И с третьей продолжает движение вплоть до квадрата К3. Встал в кустах. 90-е с горы накидываем вот сюда под ЖД аккуратненько. О, басмач. Опять тихо, да? Вот так вот, да? Есть цель, и сушки работают. Тяжики пошли, ломаем. Тяжики ломаем. С помощью 90-ков ломаем тяжики, ломаем. ПТ, из третьей, работаем ИСУ. Вы теперь знаете, где они стоят. Молодцы. Тяжики, аккуратненько работаем. Снимаем первого, второго. Вот здесь вот, внимание, особое внимание в эти квадраты. Они оттуда хорошо дамажат. Хорошо. Работаем четче дальше. Работаем, ребят. Винтер, ствол налево. Винтер, ствол налево, 112-го придерживаешь, не вылазишь. 90-ки накидываем с горы, продолжаем. Приоритет 112-й. Винтер, выходишь. Батич, дай назад. Виктанк, выходишь, получаешь дамаг. Отлично. Дорабатываем, ребят, дорабатываем. 90-ки, приоритет вот эти вот цели. Из третьей продвигаешься, Т1 становишься на захват. ИСУ вместе с вафельтрахелем на центр должны были идти. Егор. 90-ки, работаем кучу. 277 хп, лопнуть. 277 хп. Ребята, забрать, не выставляться, а забирать. 90-е. Блять. 90-е, забрать 277 хп. 3 часа бы назад было сказано. 207 хп, вы что делаете? Ты один встал на захват, из третьего прототипа отрабатываешь. Егор, почему ты его еще не здесь? Работаем 207 хп. Следующего в тыл набили, злой стрелок. В тыл! Дорабатывай 277 хп, кого ты, что ты полного работаешь? 277 выцели. Следующего. Ты один на захвате, из третьей, с этой стороны. ПТ, отсюда дорабатываешь. 90-ти падаешь с горы, заходишь в тыл. Падаешь с горы, из третьей, придерживаешь центр, на тебя сейчас будет из третьей вылазить. Егор, дожимаете, там 1500, меньше, 900 хп работаем. Егор, добираешь его. Из третьей вышел, забрал 900, Росин. Аккуратненько. Хорош. Егор, 3 дамага можешь принять всего лишь, не больше. За это время один раз перезарядишься, твой шот должен быть крайним. Из третьей, внимание на корпус.
Успеваешь, Егор, успеваешь. У тебя 2 секунды, на 2 секунды раньше. Отлично. Молодцы. Вот вы валидольщики, сука, достали уже. Надо валерьянкой запастись перед тем, как ротные бои катать. А Росин Сидор? А, Егор, ты так решил, да? Ты хочешь их это просто чисто тактически наебать, да? Молодец. Вот так вот, да. Красава. Так, Росин отвалился, наверное, да? Сейчас будем ждать. Сейчас план попробуем. Тормошить. Так. Раз. Чава тоже здесь, да? Виптанк у нас, страйкера нет. О, Росин появился. Так, Димыч, ты можешь мне скинуть результат? В личку желательно. Чак, ты здесь? Норрис, да. Сессия есть? Кинь мне, пожалуйста, сессию наших боев здесь. Против. А, вот так, да? Это мы уже 14 боев откатали? Нет, поменьше. Убери одно поражение и одну победу. А, понятно. Понятно, нормально. Неплохо. Тринадцать боев, да? Получается, одно поражение у нас же было. А, да, у нас 12 боев, 11 побед. Так. Ну, я там просто 2 боя в рандоме было. Да, 12 боев, 11 побед. Все правильно. Да-да-да, мы венские. Под тактику очень хорошую. Мне она понравилась, пацаны, надо будет попробовать. Я там угадал, но немножко не угадал. Я 2 техники на слив отправил. Не очень хорошо получилось. Это мы с ними играли только что. Так, давайте все-таки поймем, работает эта тактика или нет. Все ИСы ушли сюда, все ИСы вот сюда вот встали. 90 ПТ-шечки вот сюда вот встали. Т1, 1, за камень, да нет, вот сюда вот за камень встал, вот здесь вот. 90-ки, ребят, задача, вот сюда вот под мост, нет, отставить под мост, вот сюда вот вместе с тяжами пока. На угол только на H2 пройдите. Пройдите на H2, вот сюда вот. Задефьте за этим камнем. Сейчас мы кое-что проверим, а потом будем работать именно ПТ-шками. Повторяю, противнику ничего такого не отвечайте. Если будут там какие-то товарищи, друзья, тогда можете переписываться. В противном случае, ребят... Это, в принципе, за дальний камень некрасиво. Да, за дальний камень вот сюда вот, ребят. Вот здесь вот просто встречаете. Не выходите дальше. Дальше не выходите. Просто встречаете, мне нужен засвет, чтобы ИСы знали, что делать им. Один ИС вот здесь вот. Да-да, вот здесь вот ИС остался, на углу. Контролишь подъем. Т1, как только ты засветился или увидел технику, у меня просто обзор маленький. Понятно. Нубики. Ой, какие нубики. Красавцы.
Analus defus, как говорится на латыни, да? Тяжи, стоп. Стоп, тяжи. 90-е заняли вот здесь квадрат. Бегом. Вот здесь вот, ребят, заняли квадрат. Отлично. Дальнейшим продвижением на квадрат К6. Не-не-не, налево, все налево, направо. А, я роту оставил открытую. Понятно. Мой фейл. 90-ик, вот этот, не вылази, пожалуйста. Вот здесь вот встаньте. Вот здесь встань. 90-й. Вот здесь. Значит, ИСы. Ваша задача проехать в этот квадрат. Т1 со своего квадрата перемещаешься в этот квадрат. Девяностики вместе встали. Вот здесь вместе встали 90-е. Так, а отсюда откололось два тяжа. Два тяжа отсюда откололось. Вот сюда вот перешли, ребят. Остальные тяжики вот сюда проехали. Вот сюда. Понятно, отлично. Замечательно. 90-ик. Все ясно. Я понял, 90-ик увидел я его. Увидел. Спасибо. Тяжи, смотрите, теперь ваша задача. Выставитесь вот сюда, вот выставитесь. Вот здесь вот прям за поворот встаньте. За поворот встаньте. Вот эти тяжики, три тяжа. Проехали быстренько вот сюда вот. Бегом. Понизу, ребят, сразу понизу. А, Винтер, проедь прямо на угол. Встань, вон, еще чуть-чуть. Стоп. Ребят, тяжи вот с этого квадрата, ваша задача. Сейчас пущу ПТХ через мост. Ваша задача перекрывать обстрелом вот эту точку. Вот эти ИСы. Рашим вот до этого квадрата. Забираем 90-го, заходим на базу. Разделяем технику. ИСу с вафельтрахелем по центру идут. Все остальные заходят, разрывают их в тыл. Как поняли, спрашиваю. Отлично. Ждем вот этих тяжей, что они нам здесь покажут. Тяжи не наглейте, здесь может стоять одна и вторая ПТ. Есть засвет, ребят, аккуратно. Батич. Антон, тебя с горы, походу, засветили, да? А вот 90-х. Забрали его тяжи, забрали. Пусть увидят раш там. Не вылазит больше никто. Никто больше не вылазит. Он выводит на ПТ-х, ребят, аккуратно. ПТ по центру, раш. Пошли по центру, ребят, пошли ПТ. Тяжи прикрываем. Перекрываем обстрелом вот этот квадрат. 90-ки не лезем, 90-ки не светимся даже. Посмачь, назад нахрен. Тяжики остановились здесь. Чуть подэфили. Ждем ПТ-х, до середины моста дожидаем, вылазим сюда тяжи. Вот эти тяжи выступают вот на этот угол, пошли. Прям под угол, правее к горе приняли. А здесь трое, разделил 3-3, да? Хорошо. Зажимаем. 90-е, как только здесь бой начинается, вы залетаете к нему. Совсем не слышно или чуть-чуть не слышно? Хорошо, повторяю, 90-е, вы залетаете в тыл, начинаете разбирать. Здесь тяжи, от дефа отрабатывали. Первую тройку забрали. Забрали первую тройку. Не вылазили. 90-е пошли. Пошли 90-е. ПТ-шки, работаем сюда. Работаем ПТ. Здесь тяжи полудев приняли. Работаем от позиции. Тяжи вышли. Вышли, пошли тройки. Вип-танк пошел. Пошли, я говорю. Что непонятно, условия пошли, блядь. 90-е оставили, зашакалили 44-ку. Убрали потом прототипа. Тяжи поднялись наверх, здесь отработали своей броней. ПТ-хи заходим с тылу. Пошли, тяжи вперед. Добрали все это, добрали, тяжи не стоим. Да, потом, после боя я скажу сам. Добрали, тяжи, заходим в тыл. Блять, союзников ваших крошат, вы что стоите, блять, вперед нахуй. Че за нуду, блять, ребят. Разобрали три техники, героями себя почувствовали, что ли? Вперед, я сказал. Следующего. Работаем, помогаем нашим, 71% забрали. Зашли в тыл и сушку забрали, 90-ки. Быстрее, у них 90-й пошел на захват. Ваша задача забрать их всех и встать на захват, не гоняться за этим говном.
Забрали бегом. Вышли, разобрали. ИСУ приоритет. 90 ИСУ приоритет, повторяю. 800 хп приоритет, работаем. 90 развернулись, ушли на захват. Меньше дамага, басмач. Меньше дамага получай. Добрали 400, встали на захват. Ну, что-то вроде этого. Типа того, как. Ну, чуть-чуть. А, сталкер, это... Сейчас, подождите на сталкера, сейчас как, посмотрим, как он сливает. Смотрите внимательно, как сталкера сливают. Вот это фейл! Напишите, поблагодарите 90-ку, он красава! Он дебил, я думал, на захват уехал. У меня был один патрон, я бы его добил бы. Я взял, перезарядился, блядь. Молодцы, парни. Бля, пиздец, вообще ни царапины не было на танке. Надо было так глупо. Ха-ха-ха.